Разрешите вас поприветствовать, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Джон Раравис, и мы продолжаем играть в игру Unreal Gold. В предыдущей серии мы получили небольшие звездюли от представителей инопланетян. То есть можно сказать, что они довольно хорошо на нас оттянулись, мы несколько раз погибли. Я заикнулся о том, что поменяю уровень сложности. Я попытался, но так и не нашел, как это сделать. Видимо, придется запускать игру заново. Ну что поделать, придется испытывать свои навыки в дальнейшем. То есть посмотрим, может быть, нам все-таки удастся с этим смириться. Что у нас здесь на рекордер пошло? Центр управления силовым полем. Хорошо, давайте тогда сходим сюда. За комплекс? Этот комплекс построили именно эти скаджи, или скаджи же их называют вроде как. Посмотреть никак нельзя. Жаль, что здесь не как в серьезном сэме, то есть нельзя врубать специальное устройство, на котором бы отображались свойства этих оппонентов, врагов, их вид, класс и так далее. Но на тот момент это, наверное, было обязательно. Сколько игра больше делалась для экшона, для стрельбы, для эффекта. Чем эти твари вообще питаются под потолком? Мерзкая. Где у него глаза-то? А, гадость. Хотя, с другой стороны, я думаю, что это, скорее всего, биологическая тюрель. Пришельцы их устанавливают в специальных местах, чтобы поджидать противников. Что произошло? Ну, как и стоит ожидать в такого рода шутерах. Всегда ты когда какую-нибудь кнопку нажмешь, и начинается что-то непотребное. Ау. Оп. О! Да-да-да-да-да! Вау! А-а-а! Ты... Окей. Так, мы не сохранились. Просто замечательно. Ладно, сейчас. Что ж, я вернулся. Сейчас посмотрим, кто кого. Давай же, иди сюда. Это же вообще невозможно. Ладно, дубль 3. Давай. И давайте его сюда. Сейчас ты у меня получишь. Да что ж такое? Да умри же! Да не ты!
серия. Ах ты, скотина! Нет, это невозможно. Это просто тупо невозможно. Он очень живучий, его невозможно остановить. Это же вообще машина для убийства. Я просто тупо ничего не могу с ним сделать. Он меня убивает. Ну же, давай, иди сюда. Ура! Ах тебе! Он здесь сохранился. Не, ребят, это было практически невозможно. Как люди справляются на таком уровне сложности? Да ладно. Ладно. Это была моя проблема, да, это мой косяк. Вперед! Еще одна проблема. Да, эта игра превращается в настоящий ад, когда ставишь на богоподобный уровень сложности. Окей. Волшебная вещь монтаж. Вам не приходится видеть все это великолепие смертей, которые вижу я. Это что делает? Сейчас. Сейчас или никогда? Вот так вот тебе. После всего того, что я прошел, ты мне не страшен. Что-то чересчур уже. Чем-то очень сложно. А,
1% жизни. Все. Врагам достаточно просто чихнуть на меня, и я погибну. Окей. Да вы что, издеваетесь? Так, ребята. Давайте туда. Бежим! Давай, беги, давай быстрее! Куда ты пошел? Подожди, мы обратно вернулись, что ли? О, да, вот немножко жизни. Так, ну, с приятелем, увы, получилось очень плохо, он погиб. Он, наверное, нам хотел какой-нибудь секрет показать, в котором лежит либо броня, либо, не знаю, аптечка, но, к сожалению, ничего не получилось. Смотри, как что-то обваливается все. Надо поаккуратнее. Монстр-металлист с длинными волосами. Попробуем подогнать его к бочкам. Так. Это что-то из ряда вон выходящее. Какой-то лифт, он не работает отсюда. Пробуем обойти его. Противники очень сильные. Главное не дать ему все коснуться. Получай. Тебе не поймать меня. Он догоняет. Это будет смешно смотреться с музыкой от Бенни Хилла. О, что это такое? Набрали звуковую коробку. Что она делает? Voice box. Наверное, отвлекает противника. Ну ладно. Внимание, вторжение зафиксировано в секторах 6, С6 и Д8. Всему персоналу патрулировать свою территорию. Это предписание для этих, что ли? Для инопланетян? Да, точно, это тюрели. Я сперва думал, что это живые существа какие-то, но я потом подумал, чем они питаются. Так, этот автоворот надо убрать, наверное, он меня когда-нибудь сгубит. Какие-то кристаллы. О, да вы что, издеваетесь? Что, в очередную... Перегонки. Оп. Сюда. Чё? Thank you.
давай договоримся, может быть. Нет, это невозможно. Ну ладно, давайте на этом эту серию прекратим. В следующей серии я попытаюсь разобраться с этим гадом. А в этой серии я добавил монтаж, чтобы было веселее смотреть. Но я думаю, что мы будем игру именно такими способами проходить, потому что, ну, я по моим подсчетам примерно за сегодня в этой игре погиб раз 50, если не меньше, если не больше. Ну что ж, надеюсь, вам нравится мое прохождение. В следующем попробую что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Джон Рэравис. Всем фундаментальный пока!